Здравствуйте, Минев. Хочу вам рассказать о причинах прогорания радиатора в котлах обогреваемых. Давайте посмотрим. Циркуляционный насос вот с точки R возврат системы отопления, то есть в обратку системы отопления, гоняет, гонит жидкость, например, воду в радиатор. И вот с точки M подача в систему отопления, то есть в подачу, выходит. Причина прогорания этого данного радиатора является, как все думают, плохая вода. Ну, не всегда это так. То есть не все вот подготовлены с солями. Где-то в 85% прогорания данного радиатора происходит из-за плохой тяги. Объясню почему. То есть если будет плохая тяга при работе горелки, температура будет здесь выше, если тяга хуже. Соответственно, будет в радиаторе происходить закипание смеси воды и раздавление в внутренних трубках радиатора положение солей. Даже еще с самих батареи грязь идет с труб. То есть труб, конечно, железная. Вот. Тоже наверх остается в радиаторах. Ну, соответственно, происходит закупоривание в определенных местах. Допустим, вот здесь вот в этой трубке. Солей положение и происходит. Поток уменьшается и происходит прогар медного покрытия. Ну, многие думают, ага, сейчас я разберу радиатор, запаяю его, все будет хорошо. Нет, вы его запаяете, и весь припой в дальнейшем расплавится из-за высокой температуры. Ну, что, если не хотите покупать новый радиатор, да, запаять его можно. Перед тем, как запаять его, нужно изнутри прочистить. Трудоемкий процесс, конечно, ну, это возможно. После того, как вы прочистили, да, можете запаять. Но опять вернемся к тяге. Не будет тяги, или она будет плохая. Но если ее не будет, котел будет выключаться, конечно, по аварии. Вот по 10-му датчику. Ну, это типа термостата от малых газов. Температура. Вот. Но все равно припой у вас расплавится и опять начнет радиатор течь. Ну, вот на этом вроде пока все. Спасибо за просмотр. Если вам понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал.